Опа! Спасибо большое, золотце! Не, я, у меня одна есть, я хочу домой просто на... Да они завидуют мне, что у меня есть. А у них нет. Да, да, да. Дайте еще. Всем раздаете. Вам, да, 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 вам можно нацепить. Вам. Как вам? Не знаю, проходит человек. То сколько же взяли? За 5 лет взяли бы? На, капец. А за 10? И за 10 бы взял. Хорошо, хорошо, если так. Взял бы, честно говоря. Не, ну я говорю, вы, на, раз, вы раз, на себя примеряете, вы человек с хорошей работой. Так какая разница, я вот пенсионер. Я пенсионер, у меня тоже пенсия. Нет. Получаю только пенсию. Ты много раз больше пропиваем. Единственное, будет, денег, да, чем... вам не кажется, что их много очень много? Должна быть какая-то... Хоть немножко трудно должно быть его получить. Ответить на какой-то вопрос или что-то вот такое, правда? А то нас прямо как манна с неба валится. Простите сейчас нашу молодежь. Да. Что такое годовщина 41-45? Многие из них не знают, честно. Ну, да, надо вот честно. Я знаю, скажу. Сейчас дадут. А вы бы купили бы за деньги, если бы? Да. Ну, за 10 лет купили бы? Да. Это. Легко. Ну, правда говорят, что на базаре народ состоятельный? С праздником. Спасибо вам за имя. Отлично. Не 4 даже. Спасибо. Мне просила женщина сегодня уехала. Можете еще дать одну? Они уехали за товаром, я им передам завтра. Спасибо. Нет, это наши. Это как на машину, да? Да, да, да. Там три наклеечки у меня. Давай, я еще говорю, что... Давай, давай. Дедушка у меня взял, честное слово. Вот так, кто-то молчит, бабушка. Потом они у меня сарапы идут, забирают бабки, все. Все, еще раз праздником. Спасибо.